Всем привет, дорогие мои зрители! Сегодня приготовлю простейший пирог на кефире с черникой. Для этого я взяла стакан кефира, полстакана сахара, щепотка соли, 1,5 стакана муки, соответственно, черника, ну, может быть, клюква, любая замороженная ягода, вишня, яблоки можно заменить. 2 яйца, сливочное масло совсем немного, ну и щепотка соли нам понадобится. Рецепт этого пирога очень прост. Нужно все смешать в одной миске до однородной массы. Отправляем яйца, сахар, сливочное масло, кефир, 1/2 чайной ложки соды. И все это перемешиваем миксером. Затем я добавляю щепотку соли и добавляю постепенно муку, мешая ее миксером. Прошло и 5 минут, тесто наше готово. Вот так оно должно выглядеть, как густая-густая сметана. Берем удобную для выпекания форму, у меня керамическая форма. Смазываем ее маслом хорошенько. И выливаем наше тесто в смазанную форму. И в заключение добавляем нашу чернику. И сверху слегка присыпем сахаром. Отправляем наш пирог в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут. Пирог наш готов по истечении 35 минут. Посмотрите, как красиво он выглядит. Присыпем его сахарной пудрой. Вот такой получается пирог внутри. Очень пышный, мягкий и нежный. Если вам понравился простой рецепт моего пирога, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!